Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть в My Fishing World. С вами, как всегда, Дэн Хай. И сегодня мы будем пробовать ловить на реке Горбыль. Здесь сейчас поливает сильный дождик, но мы на рыбалочке, так что отдыхаем. Так, ребятки, ну и сегодня мы будем с вами ловить ёрши полосатые. На эхолоте на 3 метрах стоит тут три, ну, очень много различной рыбы, это семя. И мы вот будем ловить с вами ерша полосатого. Здесь у нас стоит уклейка, пискарь, обыкновенный валёк, ерш обыкновенный, ерш полосатый, подлещик и обыкновенный подуст. Рыба от 40 граммов до 200. Так, ну и удочки мы с вами будем выбирать самые, что ни на есть, минимальные. Деревянная палка у нас вот на кило 550, катушечка стандарт на кило 500, лесочка у нас мало линия S кило 600, ну поплавочки естественно из пробки обычный, крючок 1-1 от 20 граммов до кило 300, ну и наживка у нас мотыль. Закидываем, ребятки, и ждем поклевочку. Не стал как-то кипишеваться из-за того, что, типа, ну, какие-то топовые снасти брать, их можно и обычные взять. Ерш полосатый у нас тут будет без прилова ловиться, так что все нормально. Он не крупный, так что пойдет. Ну вот он, ерш полосатый, вот даже для задания идет. Естественно, опыта и серебра он немного дает, но все же что-то приносит. Эх, опять прозевал. Десять градусов и 9. В принципе, очень тепло. Да что ж такое-то? Теперь рано дернуть. Когда звонит, охота дернуть, но на самом деле поклевка-то еще толком не произошла. Нужно, чтобы поплавок полностью утонул. Оп, вот теперь утонул. Так, ну и опять-таки ерш полосатый на 4 звезды уже. Максимальный размер у него 250 грамм. То есть до 5 звезд он чуть-чуть не дотянул. Ну, трофеем он не может быть. Ну, в принципе, все. Ну, ребятки, подписывайтесь на канал, с вами был Дэн Хай, всем пока, пишите рыбу, которую вам нужно поймать. Также не забывайте подписываться на мою группу ВК, ссылочка будет в описании. Ну и, в принципе, ребятки, все, всем пока-пока.